стоит колокольня, а с нее по полюшку лопнет пулемет. И лежит на полюшке сапогами к солнышку с растакой-то матерью наш геройский взвод. Мы землицу лапаем с куренными пацанами, пули, как воробушки, плещутся в пыли. Дмитрия Горохова да сержанта Мохова эти вот воробушки взяли да нашли. Тут старшой Крупенников говорит мне тоненько, чтобы я принял смертушку за честной народ, чтоб на колокольнике захлебнулся кружкой, раз такой, раз эдакий этот сукин кот. Я к своей винтовочке крепко штык приложивал, за сапог засовывал старенький наган. Славу третьей степени на медаль отважную с левой клал старушке глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарик бросили, мне старшой Крупенников фляжку опростал. Я ее испробовал, вспомнил маму родную, да по полю ровному быстро побежал. А на колоколенке сукин кот занервничал, стал меня выцеливать, чтоб наверняка. Да видать, стариночка, малая песчиночка, в глаз попала лютому, дернулась рука. Я винтовку выронил, да упал за камушек, кто подумал вражина, будто зацепил. Да он, видать, был стрелянный, сразу не поверил мне и по камню камушку длинно засадил. Да, видно, не судьба была пулю мне отпробовать. Сам старшой Крупенников встал, как на парад. Сразу с колоколенки и весело чихая вдруг слетели пташечки, бросили назад. Сразу с колоколенки и весело чихая вдруг слетели пташечки, бросили назад. Горочки, пригорочки, колоколенки, что кому назначено, чей тебе черед?